собралась толпа митингующих. Вела себя агрессивно. Одна толпа начала вот нападать на наших коллег. Я как увидел это, побежал. Смотрю, она начала этот нашего коллегу уже в толпе избивать все. И когда я как его вытаскивал, и в меня начали камнями. И одна брусчатка прям в лицо. Вот такой камень прям вот так прилетел мне в лоб. Развернулся, и у меня сразу кровь. Получается, углубленная рана пошла. У меня начала кровь заливать маску мою. И вот меня увели сразу в скорую. И оттуда сразу в больницу. Салмат-арены. С больницы я уехал на базу. Из базы я уехал на площадь, на новую площадь. 5 числа меня машина сбила на Тулебе Байтурсунова. Начали потом давить нас этим бензовозом митингующие. Многие были агрессивные, некоторые были пьяны очень сильно. 5 января я ждал гостя, ну, клиента, он должен был мне документы привезти. Вот здесь то, что происходило, и хотели остановить митингующих мирных, надо было пропустить их. Они хотели по космонавтам, ну, по Байтурсунову, да, они хотели к РУВД подойти там. Но я лично видел, что их здесь хотят остановить. Простым гражданам как защищаться? У них ни оружия, ничего нету. Так что я думаю, что агрессию оказали силовики сперва. Они в голову стреляют, там уже не маленькая гильза, в ноги стреляют. Остановитесь. Угу. Не хотят они останавливаться. А потом уже показали там, на что способны вот простые граждане. Вот этот КамАЗ сожгли они. Они, люди на него приехали, люди. Ситуация накалилась каждую минуту, агрессия все росла и росла. Людей в алкогольном состоянии было очень много, и поэтому каждый начал коктейль Молотова бросать, получается, камни бросать. Где-то, наверное, в 10:30 мы увидели, что в той космонавта Тулебе, ну, Байтурсунов, выставили силовики. Потом сюда народ, когда шел, вот приехал джип маленький, ну, с этими щитами, и с этого и началось. То есть этот щит, эта машина проехала, когда уже стукнулась, назад начала давать, и уже эти два КамАЗа подъехали сюда по Тулебе напротив нашего офиса, и уже людей было много. И начиналось, знаете, как мы сами как операторы здесь снимали, бегали, комментировали, как-то интересно было, а уже через минут 15, потом уже через полчаса это уже не до шуток было. Вон стоят ОМОНовцы, войска. Вот что-то они вот сюда кинули, вот она. Смотри, как горел КамАЗ. Мы выполняли свою работу, я считаю, достойно, с честью. Травмы травмами, это же лечится, но самое главное, это жизнь наших коллег, я думаю, которую не вернуть. Я хочу принести свои соболезнования родителям, родственникам погибших. Но я думаю, что не стоит делиться нам в одном Казахстане на два лагеря, потому что мы тоже народ Казахстана, мы тоже защищаем этот народ. Мы для этого и вышли, чтобы защищать наш народ.